9 августа, Одесса. У нас все спокойно. Объявляли тревогу всего лишь на 4 минуты, 14:36. Никаких взрывов, все спокойно. А вот в телеграм-каналах появилась такая информация о том, что в Крыму было уже 15 взрывов. Жители Крыма сообщают о взрывах недалеко от села Новофедоровка, в котором расположен аэродром. Первый взрыв произошел около 15 часов по местному времени. За ним еще несколько. Взрывы не прекращались уже больше часа. Большое количество карет скорой помощи ехало в сторону Новофедоровки из Евпатории. Многие пытаются покинуть регион на выезде пробки. Местные власти подтвердили взрывы и сообщили, что выехали на место. Экс-советник главы МВД Андрусев намекает, что в Украине появились ракеты с дальностью 200-300 километров, и они уже применяются. Официальной такой информации пока нет. В Крыму объявили чрезвычайное положение на 60 суток. Также там звучала сирена. Видео с ужасными взрывами можете посмотреть у меня в телеграм-канале. Ссылка ниже под видео в описании. Переходите, смотрите.